Дубльва, дорогие товарищи, Кирилл, начинаю. вопрос. Да. А тут от смысл есть какие-нибудь у Нет. персонажа эти, Нет, это или тут просто. просто неважно, Это кого просто играть? скины. Понятно. Они переговариваются между собой, они там шутят, все дела, они как персонажи фильма, но. Тоже туалетный юмор. Ну, нет, здесь вполне такой Добротный. добротный, да. Махровый, да? Я не помню здесь ничего такого. И они такие, выпустите нас. Есть тут кто-нибудь? Или их выпустили, я не понял, кстати. Был их долг вытащить нас из этого дерьма. По-моему, я перепутал игру, да, со своим скином. А ты, кстати, воркшоп брали? Здорово, хорошо я нарвался. На кого ты нарвался? На громилу. А. Разве здесь нельзя несколько оружий брать с собой? По-моему, уже можно было. Ребят, Тебе подпишите мою боюсь. петицию. Подпиши. Бля, я уже сломал, ну ладно. Петиция? Подпиши мою петицию. Времени нет у меня, понимаешь? Аптечка есть. Все, пошли. В лифт. Я дефибриллятор взял вместо нее. Хорошо. Так. Дезерт Игль. Кто там? Какого шута? Че ты там как-то? У меня персонаж, короче, как ты туда попал? Я не знаю, но меня, короче, автоматически за преграду перелез. Пипец, я сам аж этот обделался. Больше так меня не пугайте. Человек слабый. Опаньки, тут толстенький. Надо было его. Да блин. А, теперь он мне рожу царапает. Я того рот наоборот. Ага. Черт, я же только что это смыла. То есть я зас... А, кого? Что? Пошли вниз. Живо вниз по лестнице! Ну, Back 4 Blood в этом плане более такой сбитый, мне кажется. Перезаряжаю! Ну, я думаю, сейчас, во-первых, привыкнуть надо. Потому что... Ну, во-вторых, да, Back 4 Blood все-таки позже был сделан. Ну, слушайте, вы сравнили игру какого года? Я катану нашел. Девятого. Девятого года. Да, первый, по-моему, вышел в восьмом, а второй в девятом. Что, мне больше ничего не надо, у меня есть катана сзади тебя противника. Ага. Мне больше ничего не надо, у меня есть катана. Все, у тебя нет цели. Только путь. У самурая есть только путь, у самурая нету цели. У самурая только путь. Маши, маши, хоша, шоша, шушна, хоша, я. Чай, шуй, чай. Адреналин на базу. Поехали. Поехали. Бимба есть. Какая бимба? И кому сигналишь, дядя? Тут еще один дефибриллятор есть. Да пойдем. Возьму, у нас легкая компания людей. Люди светятся. Хикс, ну что ты там делаешь? Что адреналин дает вообще?
Адреналин, чуть быстрее бегаешь там. Хикс, ну давай уже, хватит. Ну я бензопилу взял. Ну блин. Дефибриллятор. Нет, у Самурая есть только путь. А у Хикса есть... Я не есть... возьму... Бензопила. Прикольно, да? А, вы не видели, может. Я первый раз стреляю. Спасибо. Тебе тоже. А сталкер стреляет с детства, но при этом ходит с катаной. Так реально, я когда это... Кого убить? О. Узик. Да. Есть дробовик. Я попробую. Тебя, тебя, может тебя, а может тебя уработать, просто вживут. Один на один. Один на один, давай нахуй. Ну блин, раз вы не раз. Разбегайтесь. Раз на раз, раз на раз, раз на раз. Чё, всё, раз на раз прошёл, да? Ну ладно. Вы там взяли УЗИ в качестве второго оружия? Я взял дробовик. Тут дробовик ещё есть. И аптечка, наверное, или что там. Лови аптечку. Я уличку возьму. Пойдемте. Лови аптечку. Лови аптечку. Лови аптечку. Лови аптечку. Ноускоп 360. Лови аптечку. Аптечка. 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 А, там у тебя пластинка заела. Я не вижу ничего, я стреляю куда хочу. Мне вот просто интересно, как они еще не погибли от угарного газа, ребята. Ну, да. Есть такая. Ай. И прям в меня, конечно, да, да, да. Просто великолепно. Великолепный план. Нет, точность оружия. Все, давайте. Что не пойму здесь? Здесь прицеливаться нельзя, да? Не, только присаживаться. Ну, короче, за олдскульный этот самый Counter-Strike. Понятно. У самурая нету цели, у самурая есть только путь. Когда-то это казалось абсолютно нормальным. Что именно? Ну, когда ты, у тебя нету этой, ну, что ты в прицел смотришь. Прицеливание, ну да, сейчас это немного не по, ну, как бы, не по себе. Так. Аптечка. Я, наверное, возьму все-таки. Надо узик. Заживать. Узик тут есть. Че, пойдемте? Перезаряжаю. Сзади. Что вы там наделали? Алло! Я твой рот наоборот, мужик. Я в тебя 4 патрона всажу. 2 хп, господа. Ок.
кого? У тебя? Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. Почему у меня отвалился сервер? В смысле? Что у тебя случилось? Смотрите, тут... Сюда идите, ко мне. Так, вот тут что-то у меня все отвалилось и подсоединилось. Тут эти патроны. Беру зажигательные. Спасибо. Вооружаюсь зажигательными. Берите зажигательный патрон. Курильщик это типа подрывника или что это вообще такое? Он к себе подтягивает, я не понимаю, что это. О, зажигательный патрон, прикольно. Надо посмотреть обзор, у меня же есть обзор на Left 4 Dead с описанием всех персонажей на ютубе. У меня Катя записывала видео. Так у тебя... Let's go. А чё мы тупим? Блин, ребята, не отставайте. Нам, по-моему, в эту дверь. Тут, по-моему, где-то ведьма, по-моему. Ой, ведьма. Зачем ты это сделал? Не надо было, да. С одного удара? Реально. Да-да-да. Читы. У нее читы, я отвечаю. Вот поэтому ее трогать нельзя. Это скаут из GTFO. Это... Этот самый... Кто там? У нее читы, ничего не знаю. С читами нечестно. Согласен. Осторожно, здесь громила. Прекрати в меня стрелять. Я перезаряжаюсь. Я взял в руки любимый баллон. Сзади, у нас бегут сзади. Ну, сзади бегут и бегут. А мы пойдемте. Отходи, я тебя прикрою. Тут этот самый дробовик. Самурая нет цели, есть только путь молодой. Пошли. О, интересно, канистром, а можно дать канистру мне? Зачем? Я, наверное, могу бензопилу ей заправить, нет? Вот не знаю, посмотри. Нет, нельзя. Не в этой игре. Так, блин, ну хватит в меня стрелять. Не. Так ты под прицел попал. Ну ты что, не видишь, я иду? У меня глаза на жопе. Так, нам туда надо вообще. На другую сторону. Шо? Так, там этот бежит, клоун. Сейчас запрыгнет на кого-нибудь. Джокер. О, сталкер правильно делает, он... Блин, а... Только писюны по стенам. Так, Джокер, Джокер. Отвалит меня. Что у нас тут? Это самое. Согласен, я его катаной резанул, а ему хуй бахнул. О, граната. Ой. Тут бензин есть. Читами. И мои канистры. Так, канат, катана, то есть это и дробовик. Кому нужны? Перезаряжаю. Никому? Эй, я перезаряжаюсь. Перезаряжаю. Спасибо. Ну я вам проход освободил. Да, братья. А идете? А там. Ну, идите, идите. Там. Там это самое. Клюшка для гольфа. Вот здесь вот. Так, и нафига я сюда зашел? Не знаю. А, не понятно. А, вот точно. На мусорник надо залезть. И потом дальше. Угу. No traffic. Нет трафику, понятно. Похоже, огонь их не берет. Давай, у кого там бензопила? Твой выход. Иду. Так,
кого же подстрелить? Перезаряжаю. Ребята, что же вы под патроны лезете? Там наверху МК есть, если что еще. С калашом. Ага. Ой, эти самые патроны. Зажигательные патроны. Беру зажигательные. Советую взять калаш. Он прикольный. Да, я тоже калаш хочу взять. Вон там. Зажигательные патроны возьмите себе. Тут у нас. Да ёпа мама. Интересно, походу, да? Ладно. Ну и мечи. Калинический, боже ты мой. Что вы там делаете? Я какой раз уже падаю? Да вроде же нормально играл Back 4 Blood. Чё здесь-то вот случилось? Не знаю, не знаю. Потому что это КС-ка, похожая на КС-ку игра, и я не особо приверженец этих игр. Ну, в целом, да, она на базе Counter-Strike была сделана. Ну да. Ну, то есть там по истории игры. Когда эти Turtle... Так, как туда наверх залезть? А вот лесенка. О, гранатка. Не, в принципе, сейчас технически их там это разрывает-то прикольно. Смотрите, в оба, я слышу гранилеватная бомба. А здесь еще какой-то есть типа интеллекта. Пойдем, пойдем, я с тобой. Подстраивает игру. Да, режиссер называемый. Да. Который реально смотрит, что там у вас по жизням, что там. Как давно в прошлый раз была эта самая. Как давно было. Да. Уже. Как давно была предыдущая волна и прочее. Прочее. Да что ж такое-то? Вот это тут. Девочка, тебе надо поучиться стрелять. Ля. Аптечки. Аптечки, ребят. Скар. Отлично, все, я скар беру. Подожди, что за скар с режимом по три выстрела, а? Это типа кал. Это М-ка, что ли? О, что это такое? Лазерный прицел. О, внутри у меня гранатомет с лазерным прицелом и огневой. Вы взяли я лазерный прицел? Кого? Нет, нет, я не брал. Вот здесь вот. А, все, вот есть, готово. Че, ну че, готовы? Да. Так, че же взять-то? А блин, хорош стрелять. По мне. Я по тебе попал? Да. Пушки детям не игрушки. Тут еще винтовки есть. Да. Так, сталкер, ну не беги ты впереди паровоза. Какой-нибудь охотник на тебя запрыгнет, и все. Будет очень весело. Да. Ну, не разбегайтесь, ребята, вместе бежим. Одной толпой. Тут мне лифтач поэтому нравится, что даже если ты на самом низшем уровне сложности играешь, всегда есть вероятность, что тебя какая-нибудь тварь накроет. Но понадобится помощь дорогого товарища. Понятно, сейчас звездорез начнется, да? Да. А, видишь, уже разраба словили. Убегаем, Хикс. Зачем я колу взял?
Куда ее отнести надо? А вон тому этому. Ты что, не слышал? А, понял, понял. Там товарищ. Нет, я не слышал, честно говоря. Этот. А, это ты, извини. Охотник, осторожно! Владелец магазинчика. Очень хотел колу выпить. Ее заряжаешь, а? Икс! Сзади, блядь! Перезаряжаю. Давай я тебя колу возьму, давай я тебя колу возьму. Давай, бери. Где? Осторожно. Сюда, сюда, сюда. Надо перезарядиться. Осторожно. Опа! Размансил, боже там. Флажка. И отталкивайте их, отталкивайте. Да-да-да. Перезаряжаю! Перезаряжаю! А что ты там взорвал, да? Бомбануло. Спасибо. Пойду я оружие поменяю. Да. Давай иди. Я здесь подожду. Оскар оказался каким-то дерьмом. Да нормальное оружие. Да он по три выстрела всего делает. А, плохо маг. Стрелку. Ну как-то неудобно, знаешь. Одно нажатие, три патрона сразу. Лучше классика, как ваш. Лучше классика. Гранатомет. Да, согласен. И Desert Eagle. Да, прицелы взяли. Ни хрена ты не взял. А, взял, молодец. Я взял. Плевальщица! Охотник! Воу-воу, нифига себе! Уберите его! Охотник! Тренер, не стреляй в меня! Перезаряжаю! Так, кто там у нас нездоровый? А, не, нормально все у вас. О, танк. Где? А, вот он. Ну, не буквально танк, а просто. Дьявол, это еще что такое? What the hell is that? Где-то что-то не доперевели, они походу. Да. Либо что-то испортили немножечко. О, меня эта дура схватила. Курильщик, вот он. Да, только начали стримить недавно. Перезаряжаю. Вот и торговый центр. Ура! Тут этот самый Молотов и лазерный прицел. Наковальнев. Да. Что это вы тут делаете в этих костюмчиках? О, аптечки, наконец. Так. Разраб. Блин, а? Не бродите здесь по одиночке.
внутрь! Ранен и не могу скакать внутрь. Мы дошли. Вот бы тут было. Все, дошли. Ну тут, конечно, быстрее гораздо, чем Back 4 Blood. Быстрее? Ну да. Так, что там? Unreal 4.3.2. Да-да-да, только начали стримить. Угу. Что, да? Че? Ну, тут комментарий просто написали. И что там написали? Че пишут? Ламеры, лузеры? Нет, только начал стримить. Я говорю, да, только начали стримить. Господи, не оставь нас в этот страшный час. И... Господи, сохрани для нас ресторанный дворик. Так. О май гад! Мне понравилась винтовка. Кстати, вот винтовка, я помню, здесь есть не винтовка классическая, а скорострельная. Она была удобная. Вот она. Ей хорошо это убивать, стерву издалека, как ее, ведьму. Или курильщика, не помню, кого-то. Ведьму, ведьму. Поехали. Ведьму, да. А какой эффект? Не, как лаш, конечно, хорошо выносит. Перезаряжаю. Что кто делает? Страна производства. Лаш? Перезаряжаю. О, да много где делают. Китай, наверное. Полмира уже делает. Он же поставился, можно было пройти, не быть, да? Да нет. Нет? Попробуй. Это не наш метод. Кто-то здесь плачет, походу, на втором этаже. Ага. Да-да-да-да-да-да-да-да. Диск жокея где-то тут. Так, все, на второй этаж. Пойдем. Можем. Я тебя перезаряжу. Бомба. Я перезаряжаю. Осторожно, я слышу толстяка. Так, тут кто-то... Ой, я случайно побыл курильщик. О, вон там вот. Курить вредно. Ходит ведьма. Все правильно. Да кто ж там это самое стреляет? Мне просто проходить надо. Ворота, скорее. Это сейчас ее легко убить, а потом будет еще веселее. Пока получилось. Алло, это уже не смешно. Где? Перезаряжаю. Громила. Так, еще сверху бежит толпа. Да, уже вниз пошли. Осторожно! Перезаряжаю! Перезаряжаю! Вон лежит бомба. Дробовик, бомба. Evacs this way. Тут надо привыкать. Присаживаться перед стрельбой. Да. Help. Ben, I need help. Переломают. Ух. Хрупкую девушку. Жокей. Вот же ж. Что жокей делает? Он прыгает на голову и начинает кататься на шее. Ха-ха. Это такой, едешь непонятно куда. Да, и написано, сопротивляйтесь.
А то увезет непонятно. Так, я слышу толстяк. А, все, пойдемте. Че, бензопилу нашли? В туалете. Блин, темнота, темнота. Я меняю катану на бензопилу. Что у тебя это? Бензопила дымит сильно. Ты масло правильно замешал, пропорции? Это, по-моему, нож из Counter-Strike. Они ж последним апдейтом закинули сюда кучу оружия из контра. Так, что тут, куда там дальше надо было? Поход туда, да. Скурился, да? Походу сюда. Да-да-да, давайте к нам, ребята. Не стоим на месте, не стоим. Мужчинки, давайте за мной. Диманчики, давайте за мной. Так, вы это самое, не привязывайтесь к чернокожим феминисткам. Вообще... А у меня скин-то видно, что я из Dead Space? Вот оружие. Нет. Это твое личное. Вот блин, а у меня скин из Dead Space, я поэтому и думаю, что-то я как-то странно не в ту игру попал. Осторожно, курильщик. Ну так неинтересно. Зачем тогда мне этот скин нужен, если только я его вижу? Так, радуйся. Ну, правильно идем? Вроде правильно, да? Да, надо идти. Судя по крикам довольных людей. Он на нем верхом скачет. Блин, что-то я... Не, у меня ощущение, что мы вернулись обратно. Куда ты нас завел? Так, а куда надо идти-то? Туда вперед? Да не знаю, что-то у меня есть ощущение, что мы пришли обратно. Мы обратно пришли, да. Вот этот капель. Да, и... мы обратно пришли. Да-да-да. Перезаряжаю. Нам надо, получается, туда, куда мы ушли. Да, пойдемте. Да-да-да, обратно. Ну, то есть, в смысле. Ай, блин. Дерьмо. Не говори. Старый добрый автомат Калашникова выкашивает всех. И Громилу. И мальчонку. Обождите, пока я подлечусь. Даже... Более каждый колосок. Да. Какую-то там собачонку. Так, а подожди. Я не знаю, на самом деле, куда тут идти. Ну вот, мы на втором этаже. Вроде бы сюда куда-то, мне кажется. А вот. Сюда. Мне сегодня батя стихотворение Есенина очень смешное рассказал. Утершинное, я его не буду рассказывать. А чё ещё? А на что? Детский... Слишком пошло. Детский подкаст? Ну, типа. Вот оружие. Перезаряжаю. Есенин же любитель был матершинных. Калаш. Ну. Наверху, что ли? Осторожно, тут толстый. Ой, ты. Да, теперь я точно... Не этот, что ли, маг? Я себя прям как в криминальном чтиве ощущаю с этим оружием. Так, надо колеса закинуть. Так, в этом туалете ничего нет. Вот это, конечно, рофл. Только обернулся, да? Здесь шприц с адреналином. Шприц кому-нибудь нужен? Кто-то наркоманит? Здорово, Даунила Кисельков. Чё? Погнали? Эй, погнали. Пошла жара.
Как я хорошо кинул-то, а? Коктейль Молотова. Не говори. Удачно. Ай, помогите, пожалуйста. Убегу. Вставай, вставай! Блин, ты какая? Тут мясо, да? Все, я лег. Разработчик, ты один. Нет, на это времени. Вставай, вставай. Спасибо за мой должок. Продержишься мне просто шикарно. Нет, ты продержишься мне просто шикарно. Так. Типа, я понял, мне вообще похуй. А, блин, просто бежать надо. Иначе все будет плохо. Понял. Только он не бежит уже. Так, наверх, побежали наверх все. Все наверх. Ха-ха, я использовал мегабаг. Так. Мне сейчас везло будет. Нам не надо, пожалуйста. Вообще на третий надо. Да ебарас это, а? Так. Ходи. Я тебя прикрою. Так. Вставай, товарищ. Неуклюже. Ой, жаки, 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 жаки. Сейчас. Давай. Один на один. Давай, один на один. Да не спешите, я тут полежу в костре. Да лежи, лежи, не волнуйся. А теперь я ранен. Япон от народа! Ушо, ребята, у меня же даже... Кнопочку нажать надо, да? Отлично, спасибо. Блин, а? Где, где, где эта кнопка? У меня ничего вот не подсвечивается. Вот они. У меня 6 хп, ребята. А у меня тоже мало вообще. Так, сейчас я... Достала как раз для тебя. Кому-нибудь хоть... О, аптечки. Пошли, мам. Обождите, мне надо срочно захавать. У нас какой? Автоматы, дробовики. Ничего интересного. Да. Припасов тут нет. Идите-ка сюда. А вы просто это оружие поменяете и. Ну, если только она не заюзана. Пойдемте, товарищ. Этот народ, аптечки есть где-нибудь рядом? Я одну взял, там лежала. Там еще, по-моему, валялись. Так, диск жокей. Такой сталкер. У тебя же было и аптечка. А, не было у тебя аптечки, да? Ничего этого не было. Господи, я так и знал. Эй, осторожно! Готов?
Что-то я как-то бесполезно кинул, когда все уже были мертвы. Где? Где? Да в чём уже? Это сволочь, опять меня живёт. А что-то наверху было интересно. Чисто с точки зрения лута. О, убежище рядом со мной, вот сюда. Ай. Вот это было зря. Молодец. А, вот туда надо идти. А, блин. Да не реснешь. Пойдемте. Сейчас. Перезаряжаю. Давайте живо. А тебя убили, что ли? Да. В шаге от этой самой. Мы тут чуть не облажались. От аптечки. Мы тут чуть не облажались. Немного не дошел, да? Угу. У нас уже 11 просмотров, 2 комментария. Че говорят? Да все дольше было. Здоровались. Кто такой этот мистер Джимми Гибс младший? Да у меня 100 хп. Ха-ха. Джимми Гибс! Меня даже не пугает его рожа. Ну вот достал. Так, не это самое. Не о, вот это вот топовая штучка. Я помню. Посередине, Сик которая. 56. Так, а что лучше, интересно? Да-да, Сигзайр. Зигзауэр, да? Зигзойер. Что лучше, вот это или мое? А у тебя что? Скорострельный винток. Они... которая полуавтоматическая, да? Да-да-да. Я ее оставлю. Хрен его знает. Я помню, я с Зигзайром хорошо бегал. Угу. И все взяли Зигзайр. О, то тут подствольный гранатомет, да? А он без патронов. Походу такое, как бензопила. Просто с ним можно это, на среднюю кнопку мышки хоть немножко увеличивать, что радует. Ага. А что, очень критически важно? Ну, да привычнее, посовременнее. А, я вспомнил эту миссию. Сейчас будем канистры. С этими прицелами удобно там, когда на улице миссии будет. Там отдельно курильщиц отстреливать. Курильщиков, точнее. Они же там тоже сидят. Надо тачку заправлять внизу. Чтобы на нее уехать, мол. Давай. Да. Разраб, в лифт пошли. Come on, let's go. Yeah. Let's go. Let's celebrate. Дальше не продолжу. Итак, смотри, какая точила. Найти эту машину. План Б — сидеть, ждать тут, пока мы все не... Я тут читал в Вики по Левточу, что в этой миссии можно найти один, там, раз в 20 случаев или что-то в этом роде. Тут можно обнаружить этого самого гонщика. Да, типа моделька этого спавнится. Что-то у нас... Валяются внизу. Так, короче. Вот это скорострельность. Народ, за канистрами бежим. Да-да-да. Канистра. Так, все сбрасываем просто вниз. Наверх теперь. Ага.
у нас ничего интересного. Так, граната какая-то там была. Готово. У меня есть. Так, я 200. Так, вы наверху уже, да? Ай, блин, я разбился, а? Вот ты ж... Где уж? Экстремальный. Экстремальный спуск. Да. Мне нужна помощь! Лечу. Спасибо. Кого ты лечишь? Паркурчик. Мальчики похожи. Нет! А, фу. Я точно так же спрыгнул, но промахнулся. Спасибо. Ага. Что-то у нас такое... А. Тут какая-то тварь бегает, а? Сволочь, а? Сейчас я тебе помогу. Я тебя выручу, пожалуйста. Блин, да мне затревались, я не вижу вообще ничего. Где тут подъем? Я что там у вас случилось? Да у нас веселье. Рабочий... Ой, извини. Блин, ну вы даете. Как наверх тебе подняться, ты ё-моё? Вот-вот-вот. Зачем? А, вот вижу. Давай вниз. Да вижу. Что ты тут зависаешь? Я тут свалился. Вытащите. Сейчас я тебе помогу. Всё, хорошо, ты. Все, добрались, отлично. Так, там еще одна канистричка в том конце. А, и до нее можно добраться через тот конец. Народ. Один проблемс. Что? Где? А, тут танк. Понятно, справедливо. Не поспорю. Блин, так нельзя забраться. Как на второй этаж добраться, блин, дефибриллятор. Так, блин, ребята. Ребятушки. Что там, взорвали эту самую канистру? Спасибо. Тут на второй этаж, ребята. Брат. А, я понял, как. Не пипец. Что там тебе, пипец? Охотник. В каком месте? А, охотник. Это не пипец, это не пипец. Это все лишь неприятность, но это вовсе не пипец. Давай, давай. Еще две. Что-то у нас... Курильщик, вижу курильщика. Блин! А ты тут ныкаешься? А ты уже вылечился? Все отлично. Мне нужно. Так, нам еще одна канистра, она где-то... Вон она вдалеке. Сейчас я принесу. На втором этаже, на втором этаже. Давай, Хикс, я тебя прикрываю. На второй этаж, тут какая-то хрень с этим. Ай-яй, что там кто? Да ё-моё, опять я разбился, а? А ты задрал. А зачем ты так делаешь? Спуски. Как ты там? Надо посмотреть, как ты там
спускаешься-то скоростной. Так, сейчас, сейчас уедем, и я больше сюда не вернусь. Как в том... Да, блин. Как в том анекдоте, знаешь, про черепаш... То есть, Чебурашку и Гену. Ага. А, типа... Чебурашка и Гена, давайте ко мне. Ура! Мы наки... свалили. We made it. Ура! Ну все, прошли игру, да? Первую кампанию. На самом легкой сложности. Я больше всего из строя выходил. Пройдите кампанию «Вымерший центр». Есть у 39% игроков. Самая первая книга у 39%. Да. Убито особых зараженных, обычных зараженных 560. Блин, я чаще всех бил. О, опять... Я опять оживил больше всех, я же медик. Выстрел в голову в процентах, 11%. При съемках этого фильма пострадало 1714 зомби. Бывает. Да. Ну что, сейчас спасибо. Компания.